в общем, ребята, Кентуха на проводе. И прямо сегодня я спалил одного школьника с щитами. И прямо сегодня я его накажу. Я зайду на его аккаунт и продам весь его инвентарь, чтобы он больше никогда не играл щитами и чтобы он их удалил. Я сделал этот мир лучше, но почему? Если вы против щитаков прямо сейчас, прожмите лайк, обязательно подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. Ну что же, поехали! Давайте небольшую предысторию, как я вообще его нашел. Я захожу к себе в Дискорд, и тут смотрю, кто-то ведет прямой эфир у меня в Дискорде. Я захожу, а там этот парниша летает, прям летает по карте. Поэтому, ребята, я прямо сейчас зайду к нему в Дискорд, скажу ему то, что я его прокачаю, а на самом-то деле, ребята, мы будем его наказывать и заставлять, чтобы он исправился. 5 минут later. Ну что же, ребята, я уже в Дискорде, ссылочки на мой Дискорд есть в описании, и чтобы вы понимали, он вот тут. Под моим каналом сиди снизу и играем в ММ. Ну что же, прямо сейчас, ребята, будет чики-бабони контентик. Погнали, перейдем к нему в комнату. Алло, алло, я извиняюсь, что тебе позвонил. Это ты у меня играл с щитами на Discord сервере? Да, я. И что? Да не, ну как и что? Ну, братан. Ты красава! Ты лучший, понял? Вот я без всяких этих видео говорю, братан, ты красава. Понял? Нормальные игроки должны страдать, братан. Я тоже играю с щитами. Короче, и честно того, что ты тоже читак, я хочу тебя прокачать. Не против? Давай, прокачивай. Слушай, а такой вопросик. А как давно ты играешь с щитами? Да всю жизнь. Ну, короче, все. Тогда поздравляю, пиши логин, пароль, буду тебя прокачивать. В смысле логин и пароль? Ну, для прокачки. А, давай. Слышь, а ты там видео не снимаешь? А то я могу тебя по VIP вычислить. Понял, бом, братан, конечно, не снимай. Не-не, я нормальный человек, родной. Решил просто помочь коллеге, так сказать. Да что ты там знаешь? Давай прокачивай. Не-не, да я прокачаю. Без проблем! Я же сказал, что прокачаю, значит, я прокачаю. Так, о, правил кейсик. Опа, заходим в него. Ну что, готов к прокачке? Ты вообще дурачок? Это моя голда. Вышел отсюда. А нельзя открыть, ну, на твою голду кейс или как? Открывай на свою голду. В смысле? А мы же не договаривались, на чью голду мы будем прокачивать. Я хочу на твою голду прокачать, еще нельзя? У меня друг разработчик, он тебя забанит. Меня? За что? За прокачку инвентаря? Да. Поехали! Что делаешь? Да это прокачка инвентаря! Ой, блин, не повезло! Ой, акар-карбон! Капец, братан! Братан, извини, я думал нож выпадет, честно. Тебе бан, я тебя по IP вычислю. По IP? А ты хакер? Да. Если ты тронешь второй кисик, я позвоню кому надо и тебя забанят. Не-не, я его трогать не буду. Я его не трогаю, смотри. Он открывается сам. Смотри, 3, 2, 1. Он сам, это не я. Ты посмотри. Это тебе не я. Капец, я сейчас звоню. Я сейчас звоню. Я сейчас звоню. Кому? Нужным людям. Алло, Эльдар? Да-да, это я. Забанька тут одного челика. Его зовут Кента ПК. И он тут мне дорогу перешел. Дай бан по причине лишние хромосомы. Чего? Вот это ты зря. Вот это ты зря сказал. Слушай, а какой у тебя вообще, ну, самый любимый скин? Ну, самый-самый. Тебе зачем? Да нет, ты вообще кто такой? Не-не, братан, так я прокачать буду. Я прокачивать я хочу. Это то, что я открыл два кейса, это ничего не значит. Брат, я тебе дам 5 голды на прокачку. Какой твой самый любимый скин, говори. Ну, Фомас Фури. Это мой самый любимый скин. А что тебе нравится? Мне его дал друг. Так. Мне его потому что дал друг, и у него еще наклейка тыква. А, понял, понял. Ого, 215 голды, да? Да. Подожди, ты что делаешь? Братик. Чао, какао! Пока! Подожди! Нет! Ты за это ответишь, тебе гоплык! А кто ответит за то, что ты портил игру нормальным игрокам? Просто так ММР у них отбирал. А? Кто за это ответит? И чё? Мне все равно. А, тебе все равно? А если я вам Resident Evil 3 продам? Что ты скажешь на вот это? Да мои пацаны приедут к тебе и набьют тебе лицо. А, хорошо, тогда я продаю за 0.3. Пока! Нет, подожди! Пока! Нет, подожди, не будет никаких пацанов! Выйди просто с моего аккаунта! А, уже не будет никаких пацанов, да? Нет, не будет, пожалуйста, выйди из моего аккаунта. Хорошо. Я подумаю! Слушай, а как ты относишься к крафтам? Любишь крафты вообще? Я сейчас из тебя сделаю крафт. А, из меня хорошо. Хо-хо! Как же много у тебя рарочек, да? Как же они тебе дороги? Скажи им пока-пока!
Все, теперь будет один эпик. Ты рад? Подожди. Жду. Что? Выйди из моего аккаунта уже, ну, пожалуйста. Братан, подожди. Ты еще плачешь? Выйди, подожди. Давай с тобой, как взрослые мужики, поговорим. Ну, портить другим игру, это плохо или нет, скажем так? Вот скажи. Нет. Как это нет? Ладно, я понял, походу ты урок не усвоил. Значит, делаем крафт номер 2, только уже из эпиков. Ой-ой-ой. Подожди, жду. Это все, что у меня есть, не нужно. Не, пожалуйста, не делай. Хорошо. Подожди. Стой, не расстраивайся, вопрос тебе. Портить игру другим людям, это плохо или хорошо? Ну хорошо, это плохо. Я осознаю свою ошибку. Слушай, ну давай честно. Ты будешь еще играть с щитами или нет? Да, буду. Что? Ты будешь? Хорошо, тогда я тебе сделаю подарок. Если ты мои уроки не усваиваешь, я тебе сделаю подарок. Знаешь какой? Какой? Смотри. Я тебе сделаю 50 подарков, не против? 50 подарочков. Подожди, не надо, пожалуйста. Все, уже готово. Подарочки тут. Ты что-то наделал? Не, вот, мне и так камоночки. Телефон лагает. Ну вот, смотри, камоночки, будешь с ними играть. А что, тебе камоночки не нравятся, брат? Вот, Юмпистер 5 пиксель, нравится камонка тебе? Скажи честно. Давай мы еще купим. Нет. Потратим твои голдишки. Нет. Как тебе идея? Стой, остановись. У меня только один вопрос. Играть с щитами, это плохо или хорошо? Это плохо. Боже ли ты еще хотя бы раз в жизни играть с авто? Не буду. Ты обещаешь? Честное слово даю. Даешь слово мужика? Даю. Если еще хоть раз тебя кто-то увидит с автом, что ты делаешь тогда? Удаляю стендов 2. Хорошо, брат. Я тебе скажу так, не расстраивайся, потому что Кент ПК не насколько жесток. Если ты действительно искренне исправился, Да. Тогда, брат, добро пожаловать в нормальную прокачку инвентаря! Уху! Реально? Братан, если ты не будешь портить игру другим людям, конечно, реально. Ты же не будешь портить игру другим людям? Нет. Хорошо, брат. Тогда добро пожаловать в прокачечку инвентаря. 5 minutes later. Ну что же, братики, я тебя поздравляю. 1000 голды уже у тебя на аккаунте. И прямо сейчас ты будешь исправляться. Ты рад, родной? Да, конечно. Братан, как ты по твоему лицу даже не скажешь? На 1000 голды я прокачиваю. Пиши любые кейсики, какие ты хочешь, родной. Прямо сейчас, пиши, давай. Ну смотри, я хочу ревел. Сколько? 5 райвелов. Понял, принял. Конечно. Дальше. Не стесняемся, говори все, что хочешь. 1 импер. 1 импер, дальше. 2 фейбл. И 2 скорпион. А, слушай, мы с тобой как-то даже не познакомились. Меня зовут Кентуха, пересунь тебе ухо. Тебя как зовут, родной? Меня зовут Вася. Вася, 2 рубля и Кася. Плохая рифма. Ну что, родной, Васюся! Ну что же, Васюля, Васюнчик, Василючик, с какого кейсика начинаем, а? Фейбл. Хорошо, брат, говори волшебное заклинание, говори. Ахалай, махалай, Кентуха, выпадай. Не, брат, неправильно, ахалай, махалай, Вася, читы, удаляй. Давай, поехали, брат, держим кулаки, аркан. Давай. Мне плохо. Ну чё, Васюня, тебе почти повезло. Давай дальше, Скорпион Кейсик. Вась, на что делаем буст? Давай, говори. На Скорпион Старфол. Брат, давай. Скорпион Старфол, мы тебя любим. Вась, ты любишь Скорпион Старфол? Обожаю. Что ты готов сделать ради Скорпион Старфола? Сделать сальто назад. Давай, сделай. А ну-ка. А, ого! Ничего себе, не-не-не. Вась, ты где? Ты живой? Все нормально. Вася, братан. Нормально сальто пахнул. Ну что, Васюк, давай, погнали. 3, 2, 1, поехали. Сейчас будет Скорпион просто чекать. Я чувствую. Эм, постим банан. Ну нормально, тоже скин будешь играть, правильно? Ну тоже нормально. Ну что, Вась, а прямо сейчас я выбью тебе перчаточки. Говори, какие твои самые любимые перчатки в мире? Давай. Которые вот эти вот золотые. Золотые? Steam Raider, хорошо, брат. Представь, что... Перчатки Steam Raider, это твоя классная руководительница в школе. И ты должен у нее прямо сейчас выпросить, чтобы тебя отпустили с последнего урока. Давай, Вась, действуй. На эти перчаточки, вы так хороши для меня, что смотрите для меня как золото. Погнали, брат, просто погнали. Мне кажется, они растаяли, и тебе выпадает им 67 бис. Это эпик.
брат, нормально. Ты понимаешь? Но сейчас будем выбивать отверточки. Какая твоя самая любимая отверточка? Признавайся, давай. Лакшери. Лакшери, хорошо, брат. Смотри, мы должны перевернуть его ровно 10 раз. Считай, считай, скажешь, когда я провернул. Я уже провернул или нет 10 раз? Не, давай еще. Давай, брат, я уже провернул, потому что если больше проверну, не выпадет. Провернул? Ну давай. Погнали, 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 погнали. Ох, блин, ща будет. А, почти, ты видел? Это работает. Мы перекрутили, мы перекрутили. Давай еще так же, только ровно 10 раз. Считаем. Смотри, раз, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Погнали. Вот сейчас будет лакшери. Просто чек, я уверен. Давай, лакшери. А, не подкачай. О, о. Эмочка Гран-Прикс, ну ё-моё, это чё такое, это чё за пироги? Короче, Вася, надо выбивать нож бабушку. Ты согласен с этим? Да, бусти на все ножи бабочки. Понял, делаем буст раз, делаем буст два, делаем буст три, делаем буст четыре. И теперь смотри, волшебное изгнание. Надо тыкнуть один раз, видишь, тут две дырочки. Раз, два, на две дырочки снизу. Мы тыкнули, и теперь чекай, сейчас будет нож бабочка. И мы будем очень богаты. Опа, первая легендарка. Это уже что? Трек. Это уже что? Это уже нормально. Это уже хорошая примета, Вася, брат, не расстраивайся. Я вижу по твоим глазам, ты немного приуныл, братан. Давай на позитиве. Вась, прям сейчас скажи какое-то волшебное заклинание, только не халай-махалай. Лайк плюс подписка равно большая сосиска. Хорош, брат. Ребят, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, если у вас большая сосиска. Алэм Дрэгон! Ой-ой-ой, и легендарочки пошли. Пошла жара по трубам, брат. Осталось 3 ревел кейса, 3 последних шанса. Давай прямо сейчас мы обманем кейсы. Сделаем буст на рарочки. Он подумает, что нам нужны рарки и даст нам аркану. Ты готов к этому? Скажи честно. Да. Готов. Поехали! Давай, 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 аркана, иди сюда, аркана! P350 ралли. Блин, походу кейсик нас неправильно понял, да? То есть мы сделали буст на рарки и выпали рарки. Когда делал буст на арканы, выпадает все равно рарки. Это че за ерунда? Вася, просто скажи 3 рандомных скина с равел кейса. Dragon Glass. Так, дальше. Frost Worm. Якорь Некромансер. Frost Worm и Якорь Некромансер. Все, теперь смотри. Якорь Некромансер, не подкачай. Давай, давай. О, как много аркан пролетает. О, как много аркан пролетает. Оу! Эмочка Гран-Прикс, блин. Сотрек. Не, ну уже неплохо, уже хотя бы что-то. Прямо сейчас, последний кейс такая, давай. Вася, прямо сейчас мы должны это сделать, согласен? Согласен, держим кулачки. Давай, держим кулачки, просто держим кулачки и давай вместе. Аркана! 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 О, аркана! Арка! Опять я взрывил. Короче, Вася, давай так. Если подписчики под этим видео наберут 15 тысяч лайков, плюс все подпишутся на мой YouTube канал, то я тогда лично от себя тебе подарю G-команда Лакшери. Потом, братан, попроси, чтобы они поставили лайки и подписались. Ребята, подпишитесь, пожалуйста. Мне очень нужен этот нож. Вася, как тебе этот нож? Классный? Обалденный. Хотел бы его себе? Очень. Короче, Вась, смотри, в описании под видео есть ссылочка еще на мою телегу. Все, кто подпишется на мою телегу, у них будет шанс бесплатно получить M9 Bandit Blue. Просто подписаться на мой YouTube канал и на мой телеграм. Ссылка в описании. Ну что ж, дамы и господа, в принципе, это все. С вами был Кентуха и исправленный бывший читак Вася. Всех обнял, приподнял. Обязательно лайкусик, обязательно подписочка. Либо хороший комментарий. Всем удачи, всем пока!